сорт томата Big Rainbow, Большая радуга. Это сорт селекции США. Среднеспелый сорт, высокорослый, требует обязательно подвязки и посынкования, так как высоту куст может достигать выше 1,80 м. В средней полосе этот сорт рекомендуется выращивать в теплицах, в более южных районах и в открытом грунте. Требует посынкования и подвязки. Вот такие вот красивые плоды. На красном фоне желтые разводы. Вот этот плод более спелый, этот в средней стадии зрелости. Красивые томаты бифштексного типа, салатного назначения этот сорт. Масса плодов обычно достигает у этого сорта до 400 грамм. Мы взвесим этот. Этот у нас 344 грамма. Сейчас разрежем. Вот такой красивый внутри. Желтые, красные разводы. Очень мясистый, многокамерный. Не только сверху красивый, но и внутри. Очень вкусный, сладкий, без кислинки совершенно. Этот замечательный и красивый и вкусный сорт томата подойдет для свежих салатов, а также для приготовления различных соусов.